Старые конюшни, постройки середины прошлого века, давно нуждались в ремонте. Руководитель ипподрома признается, содержать лошадей в таких условиях было опасно. Ветхая кровля уже не спасала от дождя. От постоянной сырости перекрытия начали деформироваться. Стену вот заштукатурили, просохло, все, вот потолок, еще пару месяцев, и провалилось бы, все сгнило. На помощь пришло республиканское правительство. Минсельхоз и Минимущество Хакасии создали комиссию. Эксперты после обследования вынесли вердикт – необходим капитальный ремонт. Нас просто поддержали и поняли, что если в этом году этого не сделать, то потом уже можно вообще, наверное, делать ничего. Отремонтировали кровлю. То есть это здание теперь будет стоять еще 50-60 лет, как оно стояло без ремонта. Да? Это те проходы, которые на сегодняшний день конюх может со спокойной душой таскать достаточно непростые, нелегкие тачки. На преображение ипподрома уйдет более 2 миллионов рублей. Средства из республиканского бюджета. Перечни работ и снос ветхих зданий и строительство новой душевой для лошадей. От капитальной покрытия пола в конюшнях. В графике и санитарный ремонт, побелка, подкраска, чистка. Создаем условия наиболее такие благоприятные для того, чтобы в нас можно было содержать лошадей. Это самое главное. Содержим лошадей на хорошей дорожке, показываем хороший результат. Это основной показатель, статус нашего ипподрома. 18 июля прошел второй этап Большого Сибирского круга, где присутствовали команды Сибири. Из 18 заездов поставлено было 5 рекордов на дорожке. Это говорит о состоянии нашей дорожки. Из 5 рекордов на обновленной беговой дорожке 4 поставили наши спортсмены. К слову, и о спортсменах руководство ипподрома в процессе обновления не забыло. И еще одна изюминка ремонта этого года. На единственном ипподроме в Сибири построили душевую для спортсменов. Решение совершенно простое. Это летний душ с комфортной теплой водой. Но такую заботу о себе конники оценили. Ремонтные работы завершатся уже в следующем месяце. В графике ипподрома много состязаний. Эксперты уверены, у конного спорта Хакасии большие перспективы. Ну а достойная современная инфраструктура позволит ставить новые рекорды. Наталья Данина, Дмитрий Щеглов, РТС.